Здравствуйте, друзья. Сегодня суббота. Не работают у нас строители, но я хотел вам показать какие-то элементы, которые добавились в пятницу. Вот, в частности, крепеж. Да, вы видите, вот металлический, ну, не знаю, как правильно назвать, винт, штырь, вот эта стяжка, которая из бетона идет. Вот она пришла сюда, и вот таким образом она приделалась, закрепилась, видите, вот она. Вот. И собственно, всюду их понаставили, со всех сторон, вот они стоят, эти стяжечки. Вот видите, как хорошо уже видно, где и что будет в доме, да, когда стены появляются. Значит, вот мы видим душ, вот там дальше мы видим сауну. И там, если вы обратите внимание, сзади, за сауной, там такое пространство, которое доступно будет снаружи, такой шкафчик, что ли. Вот. Это будет ванная комната с умывальниками, тут предбанничек к сауне. Вот этот туалет, смотрите, вот он. Вот к нему дверь. Вот, а вот туалет. Спрашивали про окна, с одной ли стороны окна. Значит, смотрите, что получается. Давайте я другое место займу. Вот здесь мы видим окна. И идея была в том, чтобы окна смотрели на кипарисы нашего соседа. Там как-то красиво должно получиться. Вот, на кипарисы. Дальше идет... Та стена совсем глухая. Вот та, высокая. Вот. И вот эта стена, в ней есть окна, но вот такие, они повыше. Они повыше, и они небольшие. Поскольку там ничего не происходит, это фактически хозяйственная часть вот тут будет. Вот эта земля, она будет хозяйственной, там нежилая. Тут будут стоять такие специальные контейнеры там для хранения всякой всячины, поэтому... Как бы нет задачи тут сделать какие-то такие полноценные окна, но какие-то окна обязательно есть. Вот, и то место, где я сейчас стою, это спальня, она разделена здесь немножко на, как бы, на две части. Ну, такой дизайн. Вот, а так, как бы, спальня одна. Вот она, тут вот большая такая. Большая-большая спальня. Тут шкафчики будут. Вот вы видите вот эту стеночку. Вот эта стеночка, она здесь, потому что вот тут будут, вот там, я извиняюсь, там будут шкафчики. А вот здесь, значит, такой коридорчик, ведущий к дому, и в нем будут раздвигающиеся двери. Вот как те, которые мы видим сейчас. Вот здесь, прямо вот тут будут. И вот эта местность, вот ее заровняли уже, между прочим, вот тут все выровнено. И здесь будет дек, то есть такая, как сказать, веранда, что ли. Вот такая будет веранда, и она будет немножко даже крытая сверху. Вот, и на нее будет выходить вот отсюда, значит, дверь такая, и вот оттуда. Вот, и дальше там будут ступеньки внизу, вот тут будут ступеньки. Так примерно все. Растет у нас на глазах. Вот еще одно тоже крепление. Вы видите, гвозди такие, можно сказать, обоймами для пистолета, гвозди забивального. Я хочу обратить ваше внимание вот на эту деревянную штуку. Здоровенную, она длинная. Завалена сейчас там другими делами, но вот такая, да, большая, длинная. Это такая крепкая балка для крыши. Смотрите, сейчас я покажу, куда она пойдет. А вот и местечко для нее. Видите, вот она. Вот тут будет. Вот там, когда поставили железную скобу, вот это вот стало видно, куда она метится. А с другой стороны крыши, там еще не доделано. Ее пока некуда вот так красиво поставить, но скоро будет. И напоследок я сегодня показываю вот то место, где будет веранда. То, что я говорил, что она выровнена, вот
тут, да, видите, там уже оно совсем не такое ровненько, а вот тут выровнено. Там будет веранда, вот труба выходит канализационная. И вот еще раз, как крепится все друг к другу. Вот я думаю, здесь мы хорошо видим бетон. На бетоне такая шпала. Да, pressure treated wood. Металлическими скобами крепится к доскам уже. И вот там вот эта металлическая деталь, которая вверх пошла, и которая крепит и бетон, и все, что на бетоне, соединяет с опорами дома.